Дагестанские дзюдоисты выиграли медали Всероссийской универсиады в Екатеринбурге. На первую ступень пьедестала в уральской столице поднялся Рамазан Муртазалиев. Студенты факультета физкультуры и спорта ДГУ не нашлось равных в весе до 81 килограмма. Все четыре проведенные встречи он завершил досрочными победами. Другой представитель Дагус университета Загид Магомедов, выступавший в тяжелом весе, стал вторым призером соревнований. Оба дзюдоиста прошли отбор для участия в чемпионате России.